Экономия. Вместо 5 человек от региона едут 3. Вместо оформленного стенда организуют представительство. Из списка мероприятий вычеркнули промышленную ярмарку, проходящую в Ганновере. Не будет наших земляков и во Владивостоке на экономическом форуме. Цели не оправдывают средства. Восточный экономический форум. Я предлагаю пока его исключить. Оно, визит президента Олега Павловича, понятен. Ну, далеко. Во-первых, много времени нет долететь. Это неделя в общей сложности вылетит в работе. Эффективность пока не очень понятна. Губернатора озадачило отсутствие в плане льняной палитры, международного текстильного салона, мероприятий, проводимых на территории области. Ранее они финансировались в основном на спонсорские средства. Однако в связи с кризисом требуют, по мнению главы региона, дополнительного внимания. Мы без денег оставили все ивановские выставки. А для нас это очень важный момент. К примеру, скажем, та же выставка по ЖКХ. А чего? Она очень неплохой, так сказать, собирает и соседей, и прочее, и прочее. С чего-то вдруг мы ее отменили? В приоритете международный экономический форум в Санкт-Петербурге. На него потратят 2,5 миллиона. Инвестиционный форум в Сочи также обойдется недешево, в 1,5 миллиона. Планируют увеличить финансирование подготовки к международной туристической выставке «Интурмаркет». Область будет представлена на стенде. Пока вопрос согласуется с департаментом туризма. Считаем, что внутренний и въездной туризм Ивановской области должен быть представлен максимально качественным стендом, максимально качественно должны быть проработаны вопросы по всевозможным туристическим кластерам. Тем более, что данное мероприятие поддерживается Министерством культуры Российской Федерации и Ростуризмом. Руководителям профильных департаментов поручили составить минимальные сметы по запланированным мероприятиям. Окончательно бюджет выставочной деятельности региона пока не утвердили. Марина Зейна, Денис Железов, программа «Губерния».